Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Играем Огрином в Dark Tide. Да, короче, у нас булава, гранатомет и прочие веселые штуки. Может быть, наверное, все-таки щит взять. Да, и тогда будет хорошо. Все, довольно готов. Будем силовыми методами устранять проблему. Heretics have somehow disabled the cooling system for the power matrix. We can't win this war without the facility's battle tanks, so that coolant has to start flowing again. Fight your way to the control room, unlock the cryonic rods, and get the system under control. You think you can do that? А вот что-то я танков здесь и не видел, только немножечко в начале миссии какой-то было, и все. Ну что, пошли. Механикус, да? Yes. We make traitors pay. Обязательно. Гуна, light them on. Stand up and fight. Fix yourself up. No one likes a minor. Don't walk. Что-то я ступил. Какая-то... Да, что-то эта сборка стала небезопасной. Ступил. Так не работает. Ага. Так, да. Все, не перестроился. Like my horse!
field sniper. Big news, he's dead. Это было забавно. Да ты затупил просто. Yeah.
происходит? Бля, это что ж такое-то? А, вот эта тварь меня подстрелила. Да. Что-то как-то ему стойкости не хватает. Спасибо. Блин, а? Ладно. Подожгли меня, суровые люди. Ладно, ходи с ним. Где я буду? Не близко, но и недалеко. Что-то предыдущее было очень хорошо, а теперь это очень плохо. Поменял, значит, на щит. Какой-то слабенький получается щиток. Но зато позволяет... Позволяет. Те самые действия совершать с демонхвостами и прочими товарищами. Наверное, все-таки щит больше на этого, на защитника. Поскольку он заставляет тебя атаковать, и ты такой, опа, я закрылся, я в домике. А, и пока тебя пытаются пробить, собственно, товарищи могут что-то делать с этим. А так, у тебя как бы пробежка, ну, такое себе. Что там еще может быть? Пробежка, защита, сплоченность. То есть, ну, и последнее, щит... Оружие на изготовку, но очень выглядит, как будто у Огрина такое. Выбор оружия и выбор навыков, они очень сильно друг на друга завязаны. Значит, у тебя не получится так сильно комбинировать. Но вот я пока только нашел вот эту пробежку и... Не знаю, там... Что там, пулемет, что ли? Как бы, с пулеметом довольно трудно понять, что делать человеку. Ну, зачем нужно на тебя вызывать огонь?
Девушки, спасибо, дорогие товарищи. Drop her! 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 Drop
Я тут постою немножечко. Вроде нормально. Даже забавно. По крайней мере, огнеметчиков нет. Это хорошо. А, спасибо. Такой неуклюже. Thank you.
блин, а? Поняли? Unacceptable. Давид Мазовик, блин! Охренеть. Спасайте других, спасайте других. Ох, ядрит Мадрид. Ой, жесть какая. Эй, блин, а? Вот этого надо от... Ну да. Да, этот мутанты просто они сделали невыносимыми. All shall perish!
Уф, ну как-то так. Зелот, конечно, спас, молодец. А, да. Я, может быть, был не сильно результативным все-таки. Да, щит — интересная штука в руках у этого миличника. Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Разберемся. Ну что же, лайки, подписки, шары, все дела, как говорится, вам приятно, мне полезно. Обязательно заходите в описание, ссылки на кооператив дружбы и Humold Russian Fleet и прочие соцсети. И, в общем-то, пишите, что хотелось бы, куда хотелось бы и так далее. И, в общем-то, увидимся в этой или в другой игре. На сегодня все. Пока-пока. И император хранит.